Ребят, как же хорошо выйти на улицу во время рабочего дня, выйти на улицу хотя бы на 5 минут, просто подышать воздухом. На улице такой воздух обалденный. После дождя просто прелесть. Сейчас мы пройдем, я там скульптуры вам обещала показать. Не все показала. Вот дом, высотка. Как быстро вот эта брусчатка, камушки вот эти, как быстро высыхают дорожки. Тут такой ливень был 1,5 часа назад. Сейчас мы с вами пройдем. Так, памятник Петру Первому посмотрели. Интересно, там, где скульптура, там нет грязи? Но мне, как плохому танцору, мне всегда кто-нибудь мешает. Здесь просто люди ходят. Мне неудобно будет комментировать. Я вообще стеснительная. Так, у нас девушка с мечом. Женщина. Не пойму, с кем в руках. Но не ребенок же это. Больше на кошку похож. Даже две кошки, по-моему, в руках. Так, сейчас ничего, люди фотографируются. Не стесняются. Это я стеснительная. Всего боюсь. Так, женщина у нас тут. Так, первый ряд я вам показывала на днях. Это у нас... Ой, здесь вот эти камушки, которые насыпаны в этой яме, они сырые после дождя. Короче, вот ангел. Ангел. Это что, моя скульптура? Это я, что ли? Ольга Ангел? С меня, что ли, лепили? Так, не написано ничего. Так, здесь похищение Европы. О, Субханкулов. Субханкулов Таю. Так, возрождение единорога Глызина Поливанова, 97-й. Как вам носорог? Так, тут же рядом церкви много, колокола где-то. Кстати, тут вот очень мокро здесь, очень мокро и грязно, я здесь не пролезу. Эрата Плиев. Кто это такая? Посланца. Тут камушки мокрые. Игра с быком Щербаков. Девушка какая-то на голове у быка. Блин, тут такие лужи, как бы не это самое. Москва-река, в смысле, Рзаев, 97-й год. Что значит Москва-река? Не поняла. Тут такие лужи, кстати, очень грязно. Сейчас тут грязь собираю. Завтрак на траве. Такая скульптура. Там не знаю кто, не написано. Видите, какие тут лужи. Так что я туда проходить не буду. Надо обойти по сухому. Так. Еще, по-моему, два ряда осталось, которые мы не видели. Я почти все вам показала. В следующий раз вот на ту сторону пойду. Что-нибудь новенькое покажу. Поверженный. Сагайка. Кто поверженный? С мечом. Так. Парусник. Бычкова. Бычков. Так, ребята, время ограничено у меня. Минут семь осталось. Мечта поэта. Тише. ВВ. О, мечта поэта. На знойную женщину не похоже. Так. Прикосновение королев. Ой, там наверху кто-то. Так. Белая река.
называется. Какая Белая река? У нас в Уфе река Белая есть. Древо жизни, Балашов. Так. Тут у нас какая-то девушка. Так, здесь у нас тут эти не подписанные. Тут тоже ничего не написано. Короче, последний ряд. Сейчас быстренько и побегу. Ничего не написано. Сейчас. Так. Иов Григорьев. Что это? Тут все это фоткаются. Народа много. Все фоткаются для Инстаграма. Народ помешался. Ладно. Так. Короче, все. Остальное не подписано. А здесь очень грязно. После дождя мне надо отсюда выбираться. Все. Практически все посмотрели. Все. Выбираемся. Сюда. Все. Надеюсь, я не сильно испачкалась тут. На всякий случай обувь подотрем. В следующий раз в тот садик пойду. Там поснимаю. Так, ну все, ребята. Только вот там какой-то мужик с крыльями. Ангел, что ли? Там деревянный какой-то ангел. Сейчас приблизим. Вот. Тут не одна я снимаю, оказывается. Здесь таких много. Сейчас же через одного все блогеры, все для Инстаграма снимают. Короче, все. Мне вот эта бабулька нравится с двумя кошками. В общем, на сегодня все, ребятушки. Вот видите, какая Москва красивая вдалеке. МИД и какая и купола церкви. Сейчас приближу. Качество плохое, поближе бы подойти. Но в следующий раз. В общем, все, ребятушки. Все, побежала я на работу. По мере возможности каждый день буду вам по новому кусочку снимать. Просто сегодня была возможность побольше поснимать. А вообще такой возможности может не быть. Видите, сколько там народа. Там памятник Петру Первому. Он прям в реке, на острове, как водопад, прям в воде стоит. Как-нибудь поближе поснимаю. Я уже снимала как-то, но на бегу, на скаку, когда бежала на работу. Надо как-то... Вот эта высотка, которая мне нравится. Этот дом, кстати, строила жена Лужкова, Батурина. Этот дом полностью ей принадлежал. Наверное, она его строила на продажу, потому что квартира здесь до сих пор продается, в этом доме. В общем, все, надо идти мне. Так, все, всем пока. На сегодня уже, наверное, ничего больше снимать не буду. Всем пока, до завтра. Завтра у меня выходной. Если будет хорошая погода, может быть, поеду куда-нибудь в парк, погуляю, что-нибудь поснимаю. Возможно, поеду даже не в Химки, в парк, а в Москве куда-нибудь. Или в Коломенское, или на ВДНХ, смотря какая погода будет. Если плохая будет погода, в Химках поснимаю, в парк схожу погулять. Пришла с работы, время 10:30. По пути заскочила в Дикси, купила себе блинчики с мясом. На работу буду брать по 2 штучки. Так, помидорки желтые купила, огурцы, 2 бананчика. Бананы пока не скажу, для чего купила. Буду кое-что готовить, если получится.
Так, ну, майонез это я люблю. Ну, с яйцом. Я люблю отварное такое яйцо вареное. Вот с майонезом люблю иногда там чуть-чуть капнуть. Так, и сметанку купила для салата. И еще туалетную бумагу купила. Так. Какая-то персиковая, что ли. Ну, в принципе, я ничего больше не взяла, потому что вот по пути шла с работы. Что вспомнила, чего нет. Сметана кончилась. В прошлый раз забыла купить помидоры, огурцы. Конечно, можно было еще красных помидорок взять. Но так как я пока одна, мне этого хватит. Так что мне много не надо. Меня так радует вот эта штучка. Только я думаю, салфетки надо как-то по-другому поставить, чтобы красиво было. Так, вот все, что я купила. Ладно, ребятки, я под душ сейчас. Кстати, какой душ? У нас, кажется, горячую воду отключили. Размечталась под душ. Мыться я теперь, скорее всего, завтра буду. Или придется сейчас воду в кастрюльке греть. В принципе, у нас есть, ну вот я холодная есть года, горячая нет, из горячей ничего не льется. Наверное, с 1 августа отключили горячую воду. Сюрприз для меня сегодня. Вообще, конечно, у нас есть какой-то нагреватель для воды. Но я, честно говоря, боюсь им пользоваться. До мужа я не дозвонюсь сегодня, потому что они сегодня ушли. Уехали в горы куда-то на озеро. Туда я ему не дозвонюсь, чтобы спросить. Вчера он мне звонил. Так что я, наверное, даже подпытаться не буду этот нагреватель включать. Там на кранах у нас нагреватель есть. Но я не помню, как им пользоваться, поэтому я не буду включать. А то еще, не дай бог, у меня тут что-нибудь рванет, что-нибудь сломается. Я еще даже не успела переодеться, только зашла с магазина. Вот в чем есть. В том и хожу. В блузке, в этой футболочке, в горошек. Со своими стрекозами. Уж заодно закат вам показать. Тучи такие. Ну, смысла нет снимать, потому что уже темно. А в темноте у меня плохо снимает. Поэтому, ладно, не будем улицу снимать. Короче, всем пока. Как же мне помыться-то, блин? Сейчас найду самую кастрюльку, самую большую, поставлю воду греть. Наверное, это будет проще, чем включать. Ну, может, попытаюсь обогреватель сейчас включить. Попробую. Не знаю, что получится. В общем, надо мне сейчас что-нибудь перекусить, пока еще не ночь. Я, наверное, сначала поем, а потом уже мыться буду. Потому что уже и так поздно, уже 10 часов. И пойду. Мне еще надо видюшки монтировать. Я там наснимала сегодня на 3 видюшки.